Я тебя люблю. Ну и что надо? Ничего мне не надо. Просто хотел сказать, я тебя люблю. Правда? Да. А, я люблю вас. Я тебя тоже. Что ты где ходишь? Я домой уже иду. А, тут ты такие вещи не говорил, и я прям испугал меня. Ладно, я домой иду. Алло, да? О. Я вас люблю. О, мне можно? Я просто говорю, я вас люблю, честно. Я просто в парке гуляю. А, вот. Алло. Алло, мамуль. Я тебя очень люблю. Спасибо за все, то, что ты есть. Ты самая дорогая, что в моей жизни сейчас есть. Спасибо, Буль. А что сегодня такое? Ничего, все хорошо, я тут с друзьями рядом. Ну сейчас скоро уже приеду. Просто хотел сказать тебе то, что люблю, потому что я не часто это говорю. Я вас люблю, мама. Что? Я вас люблю. Я вас очень сильно люблю. Кунцова. Да. Мама. Я вас сильно люблю, мам. Вы самый дорогой мне человек на земле. Мам, я тебя очень сильно люблю. Ты самая хорошая, самая замечательная, что у меня есть в жизни. Спасибо тебе за все. Не поняла. Я сейчас уже к дому подхожу. Это что значит? Нет, ничего не случилось, все хорошо. Я просто к дому уже подхожу. Я тебя люблю, говорю, мам. Я говорю, я тебя люблю. А что случилось? Да ничего не случилось, домой иду. А, давай, давай. Давай, слава. Меня обрадовало, давай, слава. Слава. Алло, мам, я тебя люблю. Спасибо тебе за все. Ты что? Что случилось? Все хорошо. Ты где? Я на улице. Ну, просто я тебя очень люблю. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.